Lenovo Legion 7 15AMH05. Мощный игровой ноутбук с подсветкой и тонкими экранными рамками. Устройство выполнено в металлическом корпусе черного цвета с матовым покрытием. Снизу располагаются светодиодные элементы для подсветки боковин и вентиляционных отверстий. Весит данная модель чуть больше 2 кг при толщине 20 мм. В комплекте с устройством идет необходимая документация по эксплуатации и блок питания. Под крышкой с логотипом Legion находится монолитный тачпад и полноразмерная клавиатура с RGB-подсветкой. Панель со стрелками смещена чуть вниз для комфортной игры. Экран обладает диагональю 15,6 дюймов, IPS-матрицей и разрешением 1920 на 1080 точек. Частота обновления экрана составляет 144 Гц. Это понравится любителям шутеров от первого лица. Обратите внимание и на тонкие рамки вокруг дисплея, благодаря которым рабочая площадь экрана больше, чем у многочисленных аналогов. В верхней рамке разместилась веб-камера для видеозвонков. Взглянем на разъемы ноутбука. Тут у нас есть 3 порта USB и 2 порта USB Type-C, комбинированный аудиоразъем, разъем питания и порт HDMI. В ноутбук встроен процессор Intel Core i7 и видеокарта NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q с поддержкой технологии трассировки лучей. Доступный объем оперативной памяти составляет внушительные 16 ГБ. За хранение данных отвечает SSD на 512 ГБ. Ноутбук хорошо показывает себя в современных играх. При игре в Metro Exodus на ультранастройках с включенной трассировкой лучей он выдает стабильные 60 FPS. Видеокарта и процессор ноутбука охлаждаются эффективной испарительной камерой, благодаря которой ноутбук не перегревается и не шумит. Примерное время автономной работы ноутбука при веб-серфинге и просмотре фильмов составляет до 8 часов. Если вы играете, этот показатель станет значительно ниже, поэтому позаботьтесь о наличии розетки поблизости. Lenovo Legion 7 – мощный и производительный ноутбук с высокой частотой обновления экрана. Он тянет большинство современных игр и при этом не перегревается. А благодаря небольшим габаритам его можно возить с собой куда угодно и наслаждаться любимыми играми вдали от дома.